Друзья, всем привет! Город Ярославль приветствует вас. 29 градусов у нас сегодня и каждый день так. Ну что, сегодня мы в Чижике с вами. Посмотрим, как обстоят дела с ценами. Мне вот эти сушки нравятся. Малышок. Я их уже пробовала. Очень вкусные. 44 рубля, вес 400 грамм. Ну а также я сегодня думаю, что возьму еще и с маком. 49 рублей, вес 400 грамм. Печенье овсяное Яшкино, 69 рублей, вес 350 грамм. Пряники любите шоколадные, заварные, глазированные, 69 рублей, вес полкило. Печенье сахарное, 49 рублей, 300 грамм вес. С глазурью 69. Барни для малышей, 79 рублей, вес 150 грамм. Круассаны 120 рублей. Казинаки 24 рубля, вес 150 грамм. 24 рубля вот такой вот с отрубями батон. Мне он очень нравится. Сроки посмотрю. 7 число, 7 июля. Вот он свежий от 8. Возьму один. Чай 69 рублей, 25 пакетиков. Пробовали такой? С мятой и чабрецом. 69 рублей, каркаде. 87 рублей в ассортименте. Обычный черный 200 рублей. Кофе 1 килограмм 799 рублей. Аромат кофе даже через пачку, потому что здесь что, дырочки вот сделаны. Яйцо куриное 89 рублей, первая категория. Молоко вот такое 69, 3,2 жирность. Антон мне бананы заказал. Надо что-то нормальное такое выбрать. 129 рублей. Вот, связочка хорошая. Он сильно спелые не любит. А вот эти самое то. Груша конференц 249 рублей. Яблоки 150. 120 самые дешевые. Мандарины 160 рублей. Апельсины 99. Нектарины. Один остался. 169 рублей. Мне вот этот паштет очень нравится. Возьму один себе. 79 рублей. Вес 150 грамм. Грибы шампиньоны 400 грамм. 129 рублей. На вид очень аппетитные. Возьму одну упаковку. Так, дальше что? Рыбка форель 329 рублей. Кстати, она вкусная. Вот эта вот пачка не очень. А вот далее очень даже аппетитный такой лакомый кусочек. 329 рублей. Вес 200 грамм. 150 грамм 269 рублей. Палочки крабовые по 129 рублей. Вес 200 грамм. Возьму две, салат, может, сделаем. Вот этот криль вы мне рекомендовали, я ведь его попробовала, очень вкусный. Поэтому, кто не пробовал, попробуйте, 89 рублей. А мы с Антоном еще хотели, но сегодня я покупать не буду, вот это вот попробовать. Коктейль «Дикое море» из морепродуктов в рассоле, 229 рублей, вес 400 грамм, на вид очень аппетитно. Кто пробовал, напишите. Сыр колбасный, не показывала этот вам еще. 400 грамм 139 рублей. Вот такой сыр 275 грамм 139 рублей. Моцарелла 109 рублей в рассоле, в таком каком-то в воде. Я не пробовала такой, наверное, вкусный. Вот эти сыры вкусные, производитель Удмуртия, 599 рублей за килограмм.
сливочный, творожный 79 рублей. Извиняюсь за шум холодильников. Тан. Продукт кисломолочный. Пробовали такой, 74 рубля. Куда его, выпечку, в оладьи или просто пьют? Напишите в комментариях. Сметана, вес 315 грамм, 74 рубля. Это недорого. Жирность 20%. 15%, 64 рубля стаканчик стоит. Масло 349 рублей. Вот такое. Картофель 59 рублей. В Дикси дешевле картофель. Но на вид такой неплохой, хороший. Свекла 49 рублей. Перец 249 за килограмм. Кабачки 99. В принципе, такая же цена, как и в Дикси. 1 килограмм 34 рубля. Морковь какая аппетитная, 54 рубля. На вид очень сочная. А вот капуста что-то не очень на вид. 34 рубля за 1 килограмм. Огурчики. Огурцы 109 рублей за килограмм. Возьму вот этот гель, попробую. Не пробовала для чистки. Для прочистки канализационных труб. 99 рублей. Волосы там в ванну мои застревают. Плохо вода проходит. Белизна 109 рублей. 3 в одном гель. Креветки «Дикое море». Вес 1 килограмм. 599 рублей. На вид крупные такие хорошие. Минтай 179 и 200 рублей без кожи. Лимонад в ассортименте 69 рублей. 2 литра объем. Кола 79. Вот такая минеральная водичка 34 рубля стоит. 99 боржоми. 0,75. Ессентуки 34 рубля. 0,5 объем. 39 рублей самая дешевая. Питьевая обычная. 1 литр. Безе какое аппетитное, 250 грамм, 229 рублей. Но очень аппетитное. Пряники 139 рублей, 600 грамм. Мука 69 рублей за 2 килограмма, 54 за 1 килограмм Аква. Сахар 74 рубля в пачке килограмм. Развесной 64 рубля. Соль 34 рубля полкило, сода 29 рублей полкило. Здесь вот такие вот всякие быстрого приготовления по 10 рублей даже есть, ничего себе. 34 рубля вот такие мы с Антоном брали, неплохие такие. Иногда можно скушать. Не часто, но можно. Иду на кассу, морковь у меня, крабовые палочки, паштет, казинаки. Сушки, шампиньоны, лапшу вот такую возьму одну на работу. Так, там у меня что, бананы, трубы прочистить и хлеб со трубями, батон, все. Пока я на работе, Антон уже тут кушать приготовил. Здесь вот индейка или курица, не знаю, что филе, короче. А здесь макароны отваривает. Варь, ну что ты не кушаешь, и травы тебе принесла. И корм у тебя влажный, сухой, еще и вредничаем. Жарко дома, раздеты. Место освободила от коробок, чтобы было удобно подойти в окно, посмотреть воздухом, подышать.